Всем привет! Приветствую вас на канале Перечница. Тема сегодняшнего видео – как правильно варить креветки. Кому интересны подобные ролики, не забудьте поставить лайк данному видео и подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Итак, креветки в магазинах, как правило, продаются двух видов – сырые и вареные. Как видите у меня на видео, они красного цвета, креветка вареная. Для начала креветку размораживаем естественным способом на нижней полке холодильника, либо же на столе, без воды и прочих экзекуций. После этого отправляем наши креветки в горячую воду, подсоленную соленой морской солью. Время варки креветок, как правило, от 2 до 5 минут, в зависимости от размера креветки. На мои ушло 3 минуты. После чего сразу же достаем креветку и кладем на лед. Это необходимо для того, чтобы быстро остановить процесс варки, и она не переварилась внутри своей скорлупы, в случае, если вы варите ее, как у меня на видео, в скорлупе. Приятного всем аппетита, спасибо за внимание, до встречи в новых видео!